На сцене Центральной детской школы искусств артисты со всего Подмосковья. 10 лет подряд здесь проходит областной конкурс эстрадного пения. Дети демонстрируют компетентному жюри не только умение владеть голосом, но и артистизм. Участники готовились к конкурсу несколько недель. К выступлению каждый подошел ответственно. Буквально прожил свой номер на сцене, отмечают члены жюри. Это одно из знаковых состязаний в сфере эстрадного вокала в Московской области. Сегодня мы принимаем свыше 60 участников лучших эстрадных вокалистов Московской области из школ искусств и музыкальных школ. Для молодых вокалистов областной конкурс эстрадной песни – отличная возможность повысить собственный уровень мастерства. Кроме того, это шаг в развитии собственной карьеры. Кто знает, может быть, среди сегодняшних юных школьников есть будущая звезда отечественной сцены. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.